Рассказ Анатолия Трушкина «Бизнес». Так вот, друзья, от бизнеса польза всем. Вот сколько человек участвует в бизнесе, всем от этого польза. Поэтому, конечно, у нас он может привиться только через мордобой. Ну, вот вам, пожалуйста, субботний случай. Началось все в пятницу на работе. Парторг наш. Ну, он из партии-то уже давно вышел, но все крупные праздники отмечает. А тут как раз только что стукнуло 40 дней кончины ГДР. Буквально неделю назад. Ну, вот он и выставил 3 пол-литра на четверых. Ну, нам же только завестись. И удачно так все получилось. Завелись. Утром в субботу просыпаюсь, в голове тошнит, денег ни копейки, а выпить-то надо, иначе жизнь в теле не удержится. Ну, взял я утюг, я-то все равно глажусь раз в год, и жены как раз дома нету. Ну, я так подумал, ей он тоже в этот момент ни к чему. И пошел на барахолку. Продал этот утюг какой-то морде за 15 рублей. Правда, у мужика морда какая-то была, лошадиная. Я его еще когда первый раз увидел, думаю, лошадь. Еще и удивился, что это теперь лошадей, что ли, на барахолку пускают. Ну, в общем, продал ему утюг за 15 рублей. Походил еще немного, потолкался. Все продают. Слышь, ну, все абсолютно. Носки мужские, минометы, лампы какие-то перегоревшие. Как на Западе, все есть, но все дорого. Ну, вот, например, пулемет 10 тысяч стоит. Совсем уже с ума посходил. Когда это пулемет 10 тысяч стоит. Ну, потолкался я так и двинул гастроному. Выхожу с барахолки, а у выхода лошадь стоит. Толкает уже мой утюг за 25 какому-то клыкастому мужику. Я подскакиваю к нему и говорю, что ж ты делаешь, морда? Ему красная цена 10 рублей. Он новый-то 45 стоит, а ты его за 25 пихаешь. Надо ж совесть иметь. Размахивайся, кэп, дам ему в ухо. Он брык в сугроб и говорит, да что ж ты делаешь, морда? Это же бизнес. И смотрит на клыкастого. Клыкастый этот лоб ничего не говорит, правда, ни слова нам, а просто размахивается, как двинет мне по уху. Забрал утюг за 25 рублей и ушел. Ну вот, лежим мы с лошадью в сугробе, разговариваем, есть ли польза от бизнеса или нет. Лошадь говорит, вот если пуху за 5 рублей, то это еще не бизнес. А я говорю, за 5 паскули тоже не бизнес. А вот если как мы пуху, но 10 рублей чистой прибыли, вот это уже бизнес. Поговорили вот так, поднялись и двинулись к гастроному. Смотрим, а у гастронома лоб клыкастый частушки поет. Прихлопывает, притопывает, утюг наш толкает за 35 уже. Свой червонец хочет заработать, но бесполезно. Ну, мы уже решили, что не всем польза от бизнеса. И тут он все-таки толкнул какому-то профессору. Тот, видно, не по утюгам учился. Может, он и не профессор вовсе, просто голова-то у него на бок. Но мы клыкастому свистнули, пошли опохмеляться. Как выпили по 160 своих граммов, так окончательно и поняли. Без от бизнеса всем польза. Ну, теперь смотри. Я вечером домой вернулся, а жена что-то светится от радости. Че ты, говорю, чума светишься-то и веселишься? А она говорит, да вот днем вернулась, хотела погладиться, а утюга нет. Исчез куда-то. Ну, я расстроилась вся, кинулась в магазин. А они говорят, вы что, после войны нам ни разу еще утюгов не завозили. Выхожу я расстроенная совсем. Смотрю, какой-то дурачок, голова на бок у него, продает точности, как наш утюг, и всего за 45. О, это ж нынче такая удача. Так вот, то есть от бизнеса польза всем.